Приветствую вас. Вы не указали, сколько лет детям вашего мужа. Это вообще-то очень важно. Потому что, например, если дети уже школьного возраста, например, младшие, скажем, школьники, то они вполне вероятно вас воспринимают очень негативно, и как раз таки вашего мужа ревнуют к, наверное, своим. Если я правильно выразил мысль мою. То есть для них вы соперница его бывшей жены. Для них вы как бы сводите на нет все их надежды на то, что может быть получится так, что вновь они будут вместе. И вот этот вариант, вариант, на мой взгляд, достаточно важный. Вам нельзя сбрасывать со счетов, потому что дети довольно, ну, знаете как, они довольно непосредственные, они могут очень, ну, достаточно активно, достаточно, даже не то чтобы активно, они могут достаточно непосредственно выражать свои эмоции, свои желания. И вы знаете, этот вариант, ну вот как первый вариант, да, вот то, что у детей такая вот потребность в том, чтобы их отец все-таки воспринимал вас как что-то чужое и не забывал их маму. Вот этот вариант, на мой взгляд, он вполне может быть. Просто потому, что это было бы похоже на детей. Но этот вариант, конечно, не единственный. Очень может быть, что у самих детей, у вашего мужа, имеются серьезные проблемы с детьми. И дети не позволяют своему папе относиться к вам правильным определенным образом. То есть, ну, по сути, не говорить вам ничего ласкового, да, ничего такого теплого и так далее. И в этом случае при этом моменте важно понимать, что то, что пытается сделать ваш муж, он пытается угодить своим детям. Для чего? Почему? Чтобы у них все было хорошо, чтобы их не травмировать, чтобы, собственно говоря, они были довольны, ну и так далее. То есть вот этот момент, пожалуй, также не стоит сбрасывать со счетов, потому что он важен, как минимум. Он важен, этот момент. Значит, есть, конечно, вероятность, гораздо, ну, меньшая вероятность, что ваш муж просто к вам охладел, но я не думаю, что эта вероятность может быть слишком большой, потому что, ну, вы бы заметили это, он бы и при детях от первого брака
а так же бы себя вел. Раз не ведет, значит, все-таки я думаю, что проблема не в ваших отношениях. По моему мнению, проблема здесь только в его взаимодействии с детьми, которые тяжело переживают развод своего папы со своей мамой. Я думаю, это единственная причина, которая имеет место быть сейчас. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой, которая написала вам о том, чтобы вы подождали сейчас какое-то время и не делали резких движений, чтобы вы подождали и какое-то время, ну, пока вообще не предпринимали никаких шагов, не предпринимали ничего, чтобы не испортить ничего, чтобы не сделать еще хуже, чем может быть у вас. Вот. Действительно имеет смысл подождать, пока ваш супруг вернется, имеет смысл подождать, пока ваш супруг будет рядом с вами, тогда у вас появится возможность, на мой взгляд, реальная возможность поговорить с ним, донести до него то, что вам неприятно, донести до него то, что вам не нравится, и, собственно говоря, обсудить, быть может, вы что-то, по мнению мужчины, сделали не так, быть может, он сам за что-то переживает, кто знает. В любом случае, поскольку так проявляется его забота о детях, то формально вам нечего сказать мужчине. Формально. Потому что формально он заботится о детях, и он находится как бы в своем праве, да, то есть если он считает, что что-то детям угрожает, то он, соответственно, делает так, чтобы угроз детям не было. И это пусть и неприятно, но это его как бы обязанность. И не стоит однозначно лишать его вот этой вот возможности, потому что, ну, может быть, вы чего-то не знаете, может быть, мы чего-то не знаем из того, что происходит с ним, с его детьми и так далее. Поэтому не торопитесь действительно делать выводов, постарайтесь дождаться, пока мужчина вернется к вам, и тогда уже, когда вы будете непосредственно с ним, у вас будет возможность, будет все шансы, все средства для того, чтобы поговорить с ним и вы обязательно придете к какому-то решению. Но оставлять все как есть тоже нельзя, потому что вас определенно вот не устраивают эти моменты. Вам кажется, что наверное, вам кажется, что мужчина вас не любит, наверное, вам кажется, что мужчина
хуже к вам относится, хотя это может быть и не так, но тем не менее. Вот. Так что не держите это в себе, не старайтесь это удержать в себе, просто-напросто спокойно постарайтесь донести до человека, что вас волнует, что вам хочется, чего вам хочется, и посмотрите, как он отреагирует на то, что вы ему скажете. То есть, условно говоря, если он отнесется к вам с пониманием, то это хорошо. А если он отнесется к вам без понимания, если он, собственно говоря, не воспримет всерьез то, что вы говорите, ну, тогда объективно, тогда вам нужно будет уже делать выводы относительно того, как этот человек относится вообще к вам, и стоит ли вам дальше с ним пытаться сохранить брак. Вот. Что ж, на этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Значит, если у вас какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю удачи, я вам желаю принятия верного решения, я вам желаю терпения. Всего доброго!